Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин. Давай, беги. Стой, ну-ка, давай-ка вот так. Что это такое? Чё, мать вашу, здесь происходит? Я приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть GTA 4. Сейчас мы идем за розовой тачкой. Так, поехали. Тут недалеко. Нам надо устроить похищение. Поэтому продолжаем прохождение. Пока едет такси, пока мы вылазим, вы ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписаться очень легко. С правой стороны значок. Специально для вас облегчил. Так, давайте пропустим эту болтовню. Потому что я не люблю болтать. Так, пробную поездку до побережья. Здесь, да, часто перелистываю, основываюсь только на заданиях. Здесь нету того, чтобы я кутил, куражил, взрывал все подряд. Нет, здесь просто по миссиям ориентируюсь. Чтобы вам было интереснее, как та или иная миссия выполняется. Поэтому... Да, кстати, это тоже миссия, приходится кататься. Это не очень хорошо, потому что из меня гонщик не очень, а кататься медленно смысла я не вижу в данной игре. Все-таки не дальнобойщик. Ой-ой-ой-ой. А, менты стоят, ничего не делают, как в реальности. Тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте-ка мотанем данный сюжет. Итак, у нас здесь происходит похищение, очень дурное, поэтому тачка практически неуправляемая, сопротивляется еще падла. Поэтому при вождении будьте осторожны, хватается за руль. Сначала думал, может, у меня что-то не так с машиной. Оказывается, нет, хватается за руль, поэтому будьте осторожны при вождении. Ждите, когда он ее вырубит. Ну так-то да, неплохо, неплохо. Машина, да, удобная. Как получить данное задание? Надо в интернет-кафе записать телефон, позвонить вот ей. Потом появится запись «Дочь бандита», звоните с 8 до 9, с 8 утра до 9 вечера по поводу данного автомобиля покупки, так как она его продает на автомобильном сайте. Так что сейчас я куда ее везу-то? А я ее похитил, наверное, я понимаю. Ой, ты думаешь, что я тебя вести, не нести буду, что ли? Ну давай. Так, отвез на квартиру. Блин, еще дальше. Ничего страшного, он жаловаться не будет. А иначе пусть подает в суд. И вот несу ее. Так, машина, все. Сейчас осталось ждать только звонка. Телепортируемся. Итак, отправляемся за выкупом. Позвонили, сказали, надо сфотографировать срочно. Прибыли. Так, осталось-то немного, что там, сфотографировать. Ага, не, прошу прощения. Давай. Поднимайся быстрее. Забыл, где живу. Так. Телефон. Меню. Фото. Давай. Блин.
Вот так сделайте фото, так прости. Все. Так. Теперь нам надо отослать. Посмотри на меня. На меня смотреть. Вот так. Отправить фотографии Паки. Все. Ждем результата. По мордам бабе. За что, господи? Просто так, по мордам. Так, остается нам только ждать. Давайте, мотанем это время. А, нет, вот Паки уже набрал нас. Или там мы Паки набираем. До скорого, Паки, а? А он там перешлет уже. Давайте мотанем это время. Как нам звонят? Тачки. Ой, блин. Тачки нас не интересуют так-то. Мотаем дальше. Итак, вот. Нам сказали навестить в тюряге Дейкона. Только я не знаю, ночью можно его навестить? Давайте попробуем. Мне нужно такси только. Где у меня такси? Где мой телепорт? Ну-ка. Ой-ой-ой, ну-ка, пошел нахрен отсюда. Давайте. Съездим, навестим, узнаем. А между тем, сказки далеко до развязки. Давайте посмотрим. О, нет, все-таки можно навестить его и ночью. В любое время. Ну, что ты мне поведаешь? Ага, вот так. С кем я проводил время? Ага. Ни с кем я не проводил. Ну все, поезжайте на квартиру. Давайте такси, такси, такси. Хрен там, не догнать нам его. Значит, используем телепорт. Итак, вот мы добрались до дома с грехом пополам. Ну, что меня ждет? Давайте посмотрим. Так. Хорошо. В багажнике. Вот это замечательно. Это в прошлый раз она за руль дергать решила. Так. Мне не важно, что она хочет сказать. Давайте, едем. Надеюсь, мне не помешают. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А ведь по мне стреляют. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я кому-то что-то плохое сделал, что ли? Я непонятно могу. Или это по миссии так должно быть? Ладно. Вот, нет, все-таки стреляют, да. Вон они. Это тоже они, так я понимаю. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну вот полиция хотя бы займется ими. На. Знаете, по колесам. По колесам.
Все, потихонечку едем. Чтоб полиция нас перестала искать. Перестанет. Да тихо ты. Да не надо за мной ехать. Блинский, вы долго за мной ехать так будете? Блин, все из этих уродов. Вот, давай. Поехали. Ох ты, да я приехал. Как это я удачно. Все, вытаскиваем ее. За волосы. И заводим в дом. Миссия сделана. Ну все. На этом все. Увидимся в следующем видео. Пока.